Хочу коротко рассказать об этом проекте, который существует с 1996 года и имеет очень много составляющих. И бесчисленное количество выставок и пленеров совместных российских и европейских художников на Байкале, на Таймыре, в Хакасии, в Туве, в Бурятии. И в этот раз мы наших европейских гостей везем на пленер в горное обитание Телецкого озера. Таким образом, мы открываем выставку. Сегодня уезжаем в Горный Алтай. По возвращении, соответственно, мы отчитаемся перед любимым зрителем, перед нашими почитателями и перед нашими партнерами. Все это организовано Центром международных и региональных культурных связей и Красноярской региональной организации Союза художников России при поддержке Министерства культуры Красноярского края. От официальных наших представителей, а именно от Главного управления культуры города, слово представляется Майоровой Марии Игоревне, заместителю начальника отдела культурной политики и социокультурных коммуникаций Главного управления культуры города Красноярска. Дорогие друзья, от лица управления культуры Главного управления культуры города Красноярска и нашего руководителя Натальи Валерьевны Малашюк я очень хочу поздравить вас с открытием этой прекрасной выставки «Континент Сибирь Европа». Благодарить вас за огромный вклад в культурное, нравственное, духовное развитие нашего населения, которое вы носите. Сказать, что мы всегда очень рады видеть вас гостями нашего города. Спасибо вам огромное, что вы реализуете это свое призвание. Занимайтесь искусством. И мы желаем вам дальнейших творческих успехов, благополучия и процветания. Спасибо. Счастье. Добрый вечер, дорогие друзья. Я хочу вас сердечно поблагодарить за то, что вы пригласили нас в Словакии в дружественную Сибирь. Мы безумно этому рады. Мы ждали этого 3 месяца, готовились, настраивались, смотрели на интернете, какие у вас тут красоты. Хочу поблагодарить Министерство культуры, Союз художников. Спасибо вам огромное. Я думаю, что впечатлений будет масса. Спасибо за организацию этой прекрасной выставки. Я очень рад, что опять в Сибири после 45 лет. Сантьяго Ользанов. Buenas tardes. Quiero agradeceros primeramente a la ciudad de Краснояр, sobre todo también. Добрый вечер, всем очень рад, что в Красноярске. A Puente del Arte por estar con vosotros, por estar entre buenos pintores y por haber descubierto Siberia. Он говорит, если кто-то знает испанский лучше меня, пожалуйста, я не против. Значит, он говорит, что он очень рад, что он присутствует, участвует в этом проекте «Мост искусств», и ему нравятся все художники, которые участвуют в этом проекте. He aprendido estos días que tenéis un folclore importantísimo porque he estado en el festival de vuestras regiones y allí he conocido el folclore rico que tenéis como región y además el baile. На фестивале «Мир Сибири» буквально вчера ночью вернулся. Ему очень нравится то, что он представлен на фестивале. Как бы уже по его мнению я хочу сказать, что он очень рад и участвовать в этой выставке, и побывать на том фестивале. Ему очень понравился фольклор, который был представлен там на фестивале. И dos cosas importantes. He conocido lo que es el bañar. Вчера он был вообще первый раз в России, вчера он первый раз был в русской бане. И que en Siberia también hace calor. И в общем, он удивлен, что в Сибири очень жарко, но ему очень нравится баня. Que hace calor y que sois personas muy agradables y muy simpáticas. Ну, очень хорошие люди в Сибири. Спасибо. Заместителю директора Центра международных и региональных культурных связей Маслов Андрей Михайлович. Позвольте всех вас и нас всех вместе поздравить с приближением выставки в рамках проекта «Мост искусств». Уже почти 20 лет этот проект существует. Действительно, как Сергей сказал, десятки художников красноярцев имели возможность выехать за рубеж на пленеры, и мы имели возможность принимать здесь десятки художников из-за рубежа. И этот проект, он не просто мост искусств, он действительно стал мостом, объединяющим не только художников своим искусством, но и через искусство народы различных стран. Я еще раз вас всех поздравляю с открытием выставки, желаю всем участникам плодотворного пленера на Алтае, где не все даже сибиряки еще были. Вот, и от имени Центра международных и региональных культурных связей позвольте мне выполнить приятную миссию и поблагодарить официально новых наших друзей. Мы с благодарностью вручаем наше благодарственное письмо Сантьяго Уризану. Житняевой Татьяне. Агалия Ануита. Звуковой Ларисович. Пехтовников Евгений. Столину Валерьевну благодарствую. Еще раз я желаю всем благотворного творчества, хороших успехов, и чтобы ваше искусство больше и больше радовало не только красноярцев, но и всех людей наших стран. Спасибо. Иди сюда, иди, Миша.